Всем привет, с вами Альфа 17. У этого мужчины была конференция, он спокойно общался онлайн, но Белочка прервала это заседание, причем настоящее. А вот здесь живет кот, которому абсолютно все по барабану. Эта девушка только получила права и первый раз села за руль семейной машины. Но для ее брата это был самый ужасный день в его жизни. Ну чего ты плачешь? Ты не умрешь сегодня. Один невоспитанный парень стал приставать к девушке на станции, и одна очевидица стала это снимать на телефон. Но этот мужчина, уборщик, это тоже заметил и решил помочь девушке. У тебя все в порядке? Один кот загнал другого на самый край пропасти, где его ждала стая собак, но он не сдался. Ого! Извини, чувак, мне надо просто выбраться отсюда. Ой, а можно мне соточку взять? Да, валяй, только не говори никому. Хорошо. Откуда у тебя столько? Они что, фальшивые? Ага. Ты что, серьезно? Да, чувак, это вообще-то пранк. А вы когда-нибудь видели, как лось теряет рога? На самом деле заснять это в дикой природе очень трудно. Ведь лоси теряют рога всего лишь один раз в год. Интересно, это тот же самый лось? А вот это редкое зрелище. Это один из видов морского ежа, который светится ярко-оранжевым цветом. В жизни главное успеть. А не успел? Ну ладно, встал, побежал дальше. Хотели бы себе такую девушку? Да бог с ним, какое-то стекло, копейки, да? А вот так спрыгнуть хотели бы? Со своим другом или со своей половинкой? А ваш друг тоже боится темноты? Этого парнишку хотела съесть какая-то страшная птица, но один водитель его спас. Дейл! Дейл! Когда-нибудь видели такую собаку-улыбаку? Опрос в интернете показал, что миллионы людей, оказывается, никогда не видели снежинки вблизи. Я думаю, у этого парня самая лучшая игровая консоль всех времен. Если честно, хотел бы я такую. На этом все, с вами был Альфа 17. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Очень скоро увидимся. Всем пока.